Добрый день, Бано. Рад приветствовать вас от имени Вибоса здесь, на Свияжских холмах. Здравствуйте. И несколько небольших вопросов, такое импровизированное блиц-интервью с вами. Спасибо, что приехали. Вы развиваетесь по модели франчайзинга. Как вы ищете своих партнеров? Весь прошлый год, на самом деле, мы очень мало рекламировались. Ну, просто выложили, кстати... Только на Бибосе. На Бибосе, ну, еще на некоторых порталах. И вот прям совсем минимальное количество рекламы. Поступают заявки. Эти заявки мы переводили на мастер-классы, на встречи, потому что у нас не было отдела продаж в прошлом году. В середине года появился отдел продаж. И поэтому изначально была поставлена такая система, что... А продукт сложный, нужно было его объяснять, рассказывать долго про него. А люди, которые продавцы, они тоже не очень глубоко знали, потому что продукт очень сложный, и не могли ответить на все каверзные вопросы. Поэтому мы всех желающих собирали раз в месяц на мастер-классы. Через мастер-классы конвертировали. А лиды поступали через все возможные каналы, в том числе Бибос. Скажите, в чем преимущество или, может быть, отрицательные стороны вот этой модели ведения бизнеса франчайзинга? Почему вы выбрали именно ее? На самом деле, по принуждению мы выбрали эту модель, потому что нас очень долго уговаривали нынешние партнеры, первый особенно партнер, еще много разных собственников автосервисов. Я выступила на конференции. То есть собственники автосервисов, да, захотели работать под единый какой-то, под единым брендом? Они попросили продать им нашу систему, которую мы создали. Да, коробочку. Мы не рассматривали вообще работать ни по франшизе, ни продаже софта. Поэтому мы отказали. Но эти предложения там шли на протяжении, наверное, года. После чего мы подумали, а почему бы нет? И на самом деле не пожалели, потому что оказалось одно дело, когда мы сами развиваем, у нас работают управляющие менеджеры на точках. Другое дело, когда это собственник, и он заинтересован, он заинтересован больше. Он рискует своим карманом. Больше, чем наемный менеджер, и он очень заинтересован внедрять вот все эти новшества, которые мы, например, на своих точках внедряли с трудом. Очень долго надо было уговаривать, продавать это менеджерам. А тут собственник, наоборот, очень заинтересован, потому что это делает его бизнес более эффективным, более прозрачным. Он в этом заинтересован. И поэтому мы решили, что это очень хорошо. У нас появились партнеры, у нас появилось много энергии предпринимательской, которые с удовольствием внедряли вот все новшества, которые... мы предлагали. Очевидно, это правильная модель для вас. Для нас, да. Все будет хорошо. Да. А как вы оцениваете партнерство с Бибосом вот в этом направлении? Ну, Бибос на сегодняшний день это самый крупный агрегатор. Среди всех, если смотреть агрегаторов, для нас по поставке лидов на франшизу и вообще, по-моему, на рынке так и есть. Это уважаемый, так скажем, портал. Я думаю, что правильно, что мы начали работать с Бибосом и будем дальше, потому что поступает достаточно большое количество заявок. Кто-то из них, опять же, так как через мастер-классы, даже не через один, а люди приходят, изучают, они пришли с Бибоса, у них большое предложение, углубляются, понимают, что модель сложная, но хорошо проработанная достаточно глубоко и очень глубоко погружается в бизнес собственника, защищает его от многих. Клиент, лид может поступать от разных источников, но самое главное его потом донести до него суть модели, чтобы он не ошибся, потому что если он на что-то другое рассчитывает, хорошо, чтобы он у нас не купил. А если он понимает, что это не волшебная кнопка, но модель дает хорошо заработать и развиваться, то это наш клиент. И таких, кстати, через Бибос достаточно много. Спасибо большое, Бано. Приятного вам и полезного времяпровождения здесь, на Боскампе. Спасибо.